Конечно. Бывает так, что устаю. Устаю и жаловаться начинаю, и руки опускаются. Но знаете, я в такие минуты прадеда своего вспоминаю. Я его никогда не видел, только маленькая фотография. Он погиб под Смоленском. Знаете, я думаю, что мой дед не жаловался. Он просто знал, что ему нужно сделать свою работу. Знаете, такой простой смысл жизни. И работа у него там, под Смоленском, была намного сложнее и тяжелее, чем моя. И он умер, выполняя эту работу. Вот я вспоминаю про деда и перестаю жаловаться. Просто делаю свою работу. Мне-то легче, чем ему там.